Ребята, всем привет! Очередное видео небольшое для нашего заказчика. Выезд новой машины Борус. Первый выезд из бокса. Этот вездеход у нас поедет в республику Хакасия. Холодный прогон на территории базы сделали в боксе сейчас. Посмотрим машину на улице. Вот выхлопная система обгорает. Термостойкая краска. Вездеход, значит, у нас на 18,5 сильном моторе с электростартером, с катушкой 18 ампер. По электрике у него две светодиодные фары мощностью 2 по 27 ватт. Установлена защита фар. Вездеход имеет усиленные траки, 4-миллиметровая сталь. 4-сателлитный дифференциал, пара с максимальным понижением. Местность, где будет эксплуатироваться машина, гористая. Нужна максимальная тяга. На вездеходе дополнительно усилен картер ведущего моста. Имеет два посадочных места спереди, сзади грузовой отсек. Можно также оборудовать его посадочными местами. Имеет съемное лобовое стекло. Электровентилятор охлаждения. Цвет зеленый, стандартный. Вот такая машина. Вариатор установлен здесь у нас. Сафари. Как машина бежит? Все нормально, да? Вот такой вездеход. Сейчас двигатель будет проходить обкатку. После обкатки можно будет поменять масло, эксплуатировать машину по полной. Фары работают. А, давай вентилятор попробуем. Все, пошел выдух горячего воздуха из моторного пространства. Электрика вся работает. Вот такой у нас вездеход получился. Система управления у него четырехконтурная. Тормозные обе оси, передние и задние, для увеличения надежности. Буксировочные рымы спереди 2, сзади 1 буксировочный рым. Закладные под кабину, закрыты заглушками. Включение передач. Вот так машина у нас выглядит. Ребята, для наших подписчиков еще решили небольшой эксперимент устроить. Вот этот вездеход у нас с 18,5 сильным мотором. Зацепили его двумя стропами грузовыми за блок ФБС. Видно, что он тут уже подзарос травой. Сейчас попробуем этот блок вытащить отсюда. На
Напомню, что на вездеходе двигатель 18,5 сил. Вариатор стоит у нас в Safari. Гусеница усиленная. Главная фара с максимальным понижением. Зацепились за ведущий мост. Уперлся в колесо бочки. Точно масса этого блока не могу вам сказать. Примерно сопоставимо с массой вездехода.